Хороший базар должен ломиться от товара. Должны слышаться приподнятые голоса и восклицания. Должна быть игра ароматов и вкуса. Торг здесь уместен. Традиционный восточный базар – это национальный колорит, изобилие изумительных восточных сладостей и ароматных специй, настоящего чая и вкуснейшего, а самое главное – полезного меда. Именно таковой является модная ярмарка в Шатре, которая с 25 июня по 6 июля работает в городе Кобрине на выставочной площадке рядом с супермаркетом «Бум». Здесь можно приобрести 1001 товар за копеечку. Мы приехали к вам, привезли вам очень вкусные, настоящие продукции. Восточные сладости. У нас мир халва, кунжутная, подсолнечная, араховая. У нас есть чурчхела, новые продукции восточной халвы, которые мы здесь в городе Кобрине первый раз познакомились. У нас есть восточные сладости, большой спектр, сухофрукты. Одежда из России, из Иваново, из Белоруссии есть несколько позиций. Вкусный мед, вкусный чай и много чего другого. Мы привезли вам тысячи наименований мелочевки, которые начинаются от 0,50 копеек и вещи. Цены вам удивляют. Приходите к нам. К покупателям уважение. Каждый дорогой гость. Возле прилавков со сладкими товарами многолюдно. Это заманчивое название «Восточные сладости», объединяющее несколько сотен различных деликатесов, которые создавались в странах Востока веками, просто притягивает. На модной ярмарке в Шатре они представлены в широком ассортименте. Халва и нуга, лукум и щербет, пахлава, чурчхела. А сколько видов халвы? Арахисовая и миндальная, с фундуками и орехами, шоколадная, фисташковая. Глаза разбегаются, хочется купить все и сразу. Мы торгуем сладостями восточными. Халва, халву, бахлаву, чурчхела, рахат, лукум, орехи, сухофрукты. У нас в основном продукция восточного производителя. Турция, Иордания, Тунис, Россия, Сирия, Азербайджан, Узбекистан, Иран. Поэтому качество отличается гораздо, чем то, что у вас продается здесь на рынках, например, или в магазинах. Весь базар, который уютно расположился на площадке у супермаркета «Бум», сказочный павильон. Он пропах ароматами различных восточных пряностей. Их просто изобилие на любой вкус, запах и, главное, кошелек. Цены весьма привлекательные. Мимо прилавка со специями пройти, не купив их, невозможно. Подходите, выбирайте пряности вкусные, свеженькие, ароматные для супа, мяса, курицы, рыбы, фарша, плова, салата. Любители сухофруктов могут оценить представленный товар по достоинству. Финики, курага, изюм. Для тех, кто предпочитает сладости вкушать с ароматным чаем, простор для фантазии. Такие сорта ароматного напитка можно увидеть разве что на базарах Востока. Мангово-сливочный улун, зеленый чай, улыбка гейши, египетские ночи. Чудесная ярмарка. Вот остановилась у этого стенда, где сухофрукты, орехи. Милая девушка предложила выбор большой. Вот буду покупать курагу, семечки, чернослив нравится. Купила чай, черный чай с добавками. Прекрасная цена и выбор хороший. Представлен на модной ярмарке в Шатре любимый белорусами мед. Широкая ассортиментная линейка полезного, вкусного и ароматного продукта привлекает покупателей. Мы привезли в ваш город до 26 сортов меда. В данном случае мед майский – это свежий мед. Смотрите, как он стелится. Струечка цельная, соцельная, непрерывная. Точно так же я могу вам показать, как он стелится в баночке. Смотрите, это первый показатель качественного меда. То есть струйка должна быть суцельной. А второй показатель качественного меда – это когда примерно где-то через месяц-полтора, максимум два, он начнет у вас уплотняться. Устраняет кашель, лечит наш носик по чайной ложечке в день, и вы не будете знать, что такое простудные заболевания. А еще на выставке ярмарки вы можете приобрести одежду из натуральных тканей, кухонные банные принадлежности. Одной фразой – 1001 товар в придачу. Не упустите такой возможности, советуем поторопиться. Модная ярмарка в Шатре работает в городе Кобрине до 6 июля на выставочной площадке рядом с супермаркетом «Бум».